Сьогодні вже 838-й день повномасштабного вторгнення. На вашу думку, коли і яким чином має завершитися війна? Я буду говорити по-русски. Надіюсь, не буде багато негативних відгуків під цим відео із-за цього. Лично моє мнение, війну треба як можна швидше закінчувати. Але як це зробити, це дуже-дуже складний вопрос. Дуже складний. І впливає на окончання совокупно колосальне, огромніше кількість разных факторов. И один из них – это желание двух лидеров созвониться и сесть разговаривать. Я считаю, что на данном этапе, как бы это ни звучало бы грубо для всех тех, кто погиб, защищая нашу страну, огромное количество территорий, которые были захвачены, которые были отвоеваны, я считаю, что нужно садиться за переговоры, разговаривать, замораживать процесс на том месте, где есть сейчас. Задача ведь, ну, людям надо просто показать со временем, дать самоопределиться и сделать это честно с долучением, тех представителей с разных стран мира, чтобы они были свидетелями, что референдум, пускай так, прошел честно. И наша страна, Украина, должна всеми способами показать, что наши лидеры стараются сделать жизнь каждого гражданина максимально счастливой, классной, потрясающей. Такой, чтобы каждый заблудшийся, назовем это так, захотел сюда вернуться. И мнений очень много. И сейчас разбираться во всем этом, кто прав, кто виноват. Я за Украину всем сердцем. И я переживаю очень сильно за то, что происходит, но одним предложением это все не вылечить, не излечить. Очень много всего произошло. Я считаю, лично мое мнение, что переговоры 100% как можно быстрее должны быть. Два лидера должны созвониться, начать, заморозить, прекращение огня, договориться. Территории, которые завоеваны, они завоеваны. Как ты ни крути, они действительно завоеваны. Они оккупированы, завоеваны. Сейчас они не принадлежат нашей стране, хотя я считаю, это украинская территория и Крым в том числе. Вот. Они разговаривают, и дальше идет какая-то такая игра. Пускай они строят здесь жизнь людей так, чтобы каждый захотел жить в Украине, каждый, даже если это россиянин. Вот. Чтобы все области России прямо аж захотели, рвались провести референдум и присоединиться к нашей стране. Пускай она станет великой, пускай через лет 20-30 все люди в нашем Киеве, во всех странах этой великой страны начнут говорить на, я считаю, одном из самых красивых языков мира. Я говорю так, потому что я не говорю на украинском, но я очень люблю слушать его, я очень люблю. И вы, когда я слышу, что если ты говоришь не по-русски, то есть не по-украински, а по-русски, ты не украинец, это на самом деле больно всем тем, кто родился здесь, кто вырос, кто помогает, кто поддерживает нашу страну, кто донатит, кто умирал за эту страну, в том числе и русскоговорящие солдаты, которые защищают каждый день нашу территорию. Я считаю, нам нужно меняться. От бумажки на улице до... Не будем говорить «до», у каждого «до» это свое. Меняться, становиться другими. Потому что так продолжаться дальше не может. Коррупция съела, разъедает все вокруг. Мы сами знаем все свои ошибки. Мы каждый должен делать замечания друг другу. Не в грубой форме, а в мягкой и уважительной для друг друга. В первую очередь все строится на уважении. И когда мы начнем уважать каждого близкого, даже если он говорит на любом языке мира, абсолютно любом. Все языки были созданы Богом, если он существует, если вы верите в него, то ваш язык был создан им. И мое личное мнение, вообще ни в коем случае не нужно говорить, кто лучше, тот, кто говорит по-украински или тот по-русски. Пускай доказывают это дела каждого человека, а не слова. Вот. Когда закончится война, я думаю, что надоело нас и той стороне, вот, очень сильно. И это тупиковая ситуация. Думаю, к осени, мое личное мнение,
где-то к концу сентября начнет набирать обороты к переговорам. И они произойдут, потому что здесь действительно тупик. Мы либо потеряем еще миллионы-миллионы людей, вот, и с этой стороны, и с той. А как говорил наш президент, что человеческая жизнь – это одно из самых ценных вещей. И каждая жизнь, она важна. И поэтому я считаю, что нужно сохранить максимальное количество людей для того, чтобы они стали частью великих перемен впереди. Вот. И увидели это. Дякую, така масштабна відповідь. Я відчула себе, начебто це... Чуть аж больно, я коли все це вспоминаю, mm-hmm. ну так аж больно все, що відбувається. І... Mm-hmm. Я желаю всім міра, скоріше. Вот, вот так.